Алматы будет разработана единая интерактивная карта для бизнеса. По ней предприниматели смогут определять, где открывать бизнес и как определять ценовую политику. Об этом сообщил руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конербаев. Карта будет разделена на участки. На каждом из них будут определены плотность населения, средние затраты, характеристики расходов, количество торговых точек. Сейчас проект находится на стадии разработки. Отмечается, что в основе карты лежит цифровая система отслеживания массового скопления людей. Она использует данные мобильных операторов. На сегодняшний момент мы прорабатываем общий блок, когда в открытом доступе, в следующий, вот я думаю, где-то к концу середине лета, мы эту карту сможем дать уже в открытый доступ именно для пользования бизнесменам. Тоже единственное, в доступ будет даваться в открытом доступе, но по подписке. То есть вы должны заявить, что вы являетесь резидентом города Алматы, и помимо этого мы должны иметь вашу обратную связь.